Осенью 2021 года кинокомпания «Гамма» приступила к съемкам продолжения сериала «Алиса против правил». Напомним, что первый сезон зрители увидели весной того же года, а детективная история с участием Ангелины Поплавской и Александра Пашко пришлась по душе зрителям, и они интересуются, когда выйдет продолжение. Напомним, также в картине снялись такие актеры, как Владимир Гуськов, Мария Аниканова, Михаил Горевой и другие. По предварительной информации, дата выхода третьего сезона сериала «Алиса против правил» назначена на осень 2022 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.